спонсор видео – группа по продаже монет и ресурсов от TomFarm, где вы можете приобрести стройматериал для амбара, силосной башни, расширение земли, шахты, топоры и пилы, монеты и многое другое. А также в группе проходят ежедневные акции и рандомы. Ссылка на группу в описании. Всем привет, ребята! Вы на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, и сегодня я расскажу вам о производственной постройке соусоварни. Соусоварня – производственная постройка, открывается на 54 уровне, стоит 135 тысяч монет. Время строительства – 1 день и 16 часов. Соусоварня производит соевый соус, оливковое масло, майонез, лимонный крем, томатный соус. Первым на 54 уровне будем готовить соевый соус. На него понадобится 9 единиц сои и 1 пшеница. Итого, вложив продуктов на 100 монет, через 3 часа получим соевый соус за 154 монеты и 19 звезд опыта. Прибыль составляет 54 монеты. Очень простое производство, неприхотливые продукты, которые есть всегда под рукой. Долго делается, поставил пару штук и на целый день. Соусоварни обязательно надо открывать все ячейки до того, как на 60 уровне начнем производить оливковое масло. Для приготовления оливкового масла нам понадобится всего 3 оливки. Через 45 минут получим оливковое масло за 277 монет. Прибыль составляет 29 монет и аж 33 звезды опыта. Довольно выгодно, учитывая короткий срок производства. Им можно просто забить все очереди, а соевый соус ставить только на ночь, одну или две штуки. Следующим на 62 уровне начинаем делать майонез. Для него понадобится 4 яйца и 1 оливковое масло. Общая стоимость вложенных продуктов – 349 монет. Стоимость готового майонеза – 367 монет. Значит, доход составит 18 монет и 44 звезды опыта. Время приготовления майонеза очень короткое – всего лишь 15 минут. А потребность в нем огромная. Купить его практически невозможно. Поэтому так важно, чтобы все очереди в производстве были открыты. Лимонный крем разблокируется на 66 уровне. Для его приготовления возьмем 2 лимона, 2 яйца, 1 белый сахар и 1 масло. При общей стоимости всех вложенных продуктов 355 монет. Через 25 минут получим лимонный крем за 378 монет и 45 звезд уровня. Доход составит 23 монеты. И последним, на 69 уровне начинаем делать томатный соус. На него понадобится 2 помидора, 1 коричневый сахар, 2 лимона и 30 минут времени. При общей стоимости вложенных продуктов 211 монет. Цена готового томатного соуса 230 монет. Доход составляет 19 монет и 27 звезд опыта. Как видите, вся продукция соусоварни дает неплохую прибыль и довольно много звезд опыта, что очень важно для поднятия уровня. К тому же она вся невероятно востребована для выполнения заказов и приготовления множества блюд – салатов, тортов, пирогов, бутербродов, хот-догов и прочего. Поэтому соусоварня однозначно должна работать круглосуточно, как, впрочем, и все производственные постройки. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы все ячейки в очередях были открыты, и не жалейте на это алмазы – это самое выгодное их вложение. И напоследок – мастерство. Через 72 часа вся продукция на 10% дороже при доставке грузовиком. Через 288 часов вся продукция на 10% опыта больше при доставке грузовиком. Через 1152 часа вся продукция производится на 15% быстрее. Ну что же, ребята, спасибо, что смотрели видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вы были на канале GameMakers TV. Меня зовут Марк. Всем пока.